В цехах Беларусь-Калия в эти дни звучат поздравления с еще одним профессиональным праздником – Днем химика. Калийщикам вручают заслуженные награды. Так, на втором родоуправлении поздравили тех, кем гордится предприятие. Беларусь-Калий – одно из лучших калийных предприятий в мире. И все это благодаря тому слаженному коллективу, который трудится во благо родного предприятия. Славен труд калийщика. Входя на первом этаже, у вас там такой небольшой стенд. Нераздельно славен труд химика, и этот прекрасный симбиоз дополняет сегодня в преддверии профессионального праздника. И хотелось бы, чтобы, как в песне, вы были счастливыми, любимыми, и только самое хорошее было в вашей жизни. Из рук председателя работники рудоуправления получили такие значимые награды, как почетные грамоты и благодарности Солигорского райисполкома, а также районного совета депутатов. Я искренне хочу вас поблагодарить за тот труд, за ваш профессионализм, который вы показываете, который вы дарите нашему предприятию, второму рудоуправлению, и благодаря которому действительно сегодня Беларусь-Калий лучшее калийное предприятие не только Республики Беларусь, но и в мире. С каждым годом мы совершенствуем качество, и несмотря на то, что только вот в этом году год Республики Беларусь объявлен годом качества, год качества – это, наверное, и вообще качество – это наш стиль жизни предприятия, стиль жизни наших работников, потому что действительно мы дорожим тем, что создаем. И в благодарность за этот многолетний труд и значительный личный вклад генеральный директор вручил ряду сотрудников почетное звание – заслуженный ветеран труда и ветеран труда. А почетной грамотой Беларусь-Калия в этот день был награжден 21 человек. Очень тяжело в родной семье говорить какие-то официальные слова. Всегда как-то вот оно привычкой тянет на то, что говорить по-свойски. Но прожили очередной химический год, прожили достойно, прожили хорошо. Спасибо коллективу, спасибо родной семье. Никогда не было стыдно перед генеральным директором и перед Виктором Николаевичем, что мы с вами так прожили этот год. Поэтому опять спасибо крутится. С праздником. Пускай все будет так же хорошо и надежно, как в этом году. Не хуже, по крайней мере. Пускай будет только лучше. Слова признательности и теплых пожеланий звучали в этот день и от профсоюзной организации. И, конечно, эти слова были подкреплены наградами. Вообще в Белкале я работаю уже больше 30 лет. Сначала была воспитателем 20 лет почти, а теперь уже больше 10 лет работаю кладовщиком. Работа ответственная, сложная, надо сказать. Ну, кладовщики у нас в основном, конечно, женщины. Коллектив большой, потому что на каждой площадке есть склады. Если честно, я даже, когда мне сообщили, что дают мне ветерана, я пару раз переспросила, не шутка ли это. Конечно, хотя я считаю, что любой человек достоин награды, но всегда это как-то неожиданно. Конечно, это очень приятно. Для многих работников Беларусь-Калия награды стали приятной неожиданностью. В июле этого года будет 12 лет, как я уже работаю на предприятии, именно в отделе технического контроля. Специфика нашей работы заключается в том, что у нас производится контроль качества. В процессе производства и окончательный контроль качества. Продукция перед тем, как поступить потребителю, проходит через нашу, так сказать, последнюю инстанцию. Мы проверяем, чтобы потребителю поступала продукция надлежащего качества. Коллектив большой, дружный, в основном женский, очень красивый. Работать весело, дружно. Мне нравится. Череда поздравлений проходила вместе с творческими номерами, большинство которых состояло из выступлений работников общества.